Здравствуйте! Это рубрика «Разбор полетов». Меня зовут Яна Иванова. Я инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения города Красноярска. И сегодня мы с вами поговорим об обязанностях пассажиров городского транспорта. Многие ошибочно полагают, что при поездке в автобусе правила дорожного движения распространяются только на водителя. Однако для пассажиров общественного транспорта существуют свои обязанности. Начать нужно с того, что ожидать транспортное средство необходимо на обозначенных остановках, на тротуаре или обочине, ни в коем случае не выходя на проезжую часть. Когда к остановке подошел автобус, троллейбус или трамвай, не нужно суетиться. Пропустите сначала выходящих пассажиров, подходите к двери только после полной остановки транспорта. Войдя в салон, не задерживайтесь возле дверей и на площадке. Держитесь за поручни, чтобы не получить травм при резком торможении. Не прислоняйтесь к дверям и не пытайтесь открыть их самостоятельно. Это опасно. Во избежание зажатия дверьми не пытайтесь сесть в последний момент перед отправкой. Не отвлекайте водителя разговорами во время движения. Помните, что небезопасно в идущем транспорте ходить, опасно также дремать, потому что при резком торможении можно не успеть среагировать и получить травму. Будьте внимательны к пожилым, к людям с ограниченными возможностями, к женщинам с детьми. Выйдя из транспорта, не забывайте о своей безопасности. Если вам необходимо перейти на противоположную сторону, переходите дорогу только в положенных местах, соблюдая правила дорожного движения. Это была рубрика «Разбор полетов». Меня зовут Яна Иванова. Я инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения по городу Красноярску. Безопасных вам дорог и соблюдайте правила дорожного движения.